как здесь тихо! Никогда так не было. Мне это не нравится. Гусеница там, за поляной. Бежим напрямик. Сейчас главное — скорость. Те, кого я люблю, умирают. Ужасно, нелепо. Я будто проклята. Зачем идти дальше? Я лишь погублю всех. У тебя нет времени на слабость. Найди гусеницу и не попадись солдатам на мушку. Плыви по течению. Воспользуйся тем, что плывет вместе с тобой.
Лед обездвиживает врага лучше любых ран. Но зима не вечна. Алиса, ты вернулась. Но кролик так и не сказал мне, зачем. А теперь его больше нет. Как зачем? Страна чудес в беде. Тебе нужно все исправить. Я еле узнаю эту страну ужасов. Что она мне? Дом. Ну, вернее, могла бы им стать. Лишившись всего, что было тебе дорого, ты чуть... не уничтожила нас. Ты начала восстанавливать мир, но наши беды еще не закончились, как и твои. За что мне все это? Твой разум отравлен самообманом. Даже твои фантазии стали искаженной пародией на самих себя. Тебя терзает чувство вины за то, что ты осталась в живых, и страх перед одиночеством. Что я, по-вашему, должна сделать? Убей червоную королеву. Угу. Тогда страна чудес и твой мир вновь станут единым целым. Теперь мне нужно отдохнуть, а тебе... вновь стать большой и взрослой, и принять правду. Иди в лес диких грибов и съешь кусочек гриба жизни. Но будь осторожна, этот гриб охраняет прожорливая сороконожка.